Так, коллеги, я вас поприветствую еще раз. Начнем нашу очередную лекцию. Я предлагаю завершить параграф, посвященный пространствам ЛП, одним утверждением. Его можно уже было давно рассказать, но только сейчас мы его начнем по-настоящему применять. Поэтому давайте я сюда запишу теорема, судя по всему, под номером 5. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. Значит, пусть у меня функция f интегрируема на множестве e, но мы договорились, e под множество пространства RD, да, измеримое по Лебегу. Тогда для любого эпсилон больше нуля найдется дельта больше нуля, что какое бы я измеримое подмножество d не взял, если его мера меньше дельта, то интеграл от модуля f по d меньше эпсилон. Маленьким множеством соответствует маленький интеграл. Пойдет? Давайте докажем это утверждение. Ну, коллеги, я уже здесь модуль навесил, поэтому всем понятно, что можно изначально считать, что функция f не отрицательна. Пишем, считаем, что f достаточно. Доказать для случая f больше равно нуля. Ну, давайте, зафиксирую. Положительное эпсилон. Зафиксирую положительное эпсилон. По определению интеграла у меня найдется простая функция. Ребят, как мы определяли с вами интеграл от неотрицательной функции? Супремум, да, интегралов от простых функций, где они вот, давайте, такая, что выполнено вот это. И, ну, раз супремум, давайте я картиночку нарисую, значит, вот супремум, что означает? Если я куда-нибудь отступаю, да, на эпсилон пополам, то сюда найдется ну вот, множество, для которого это элемент множества, для которого мы рассматриваем, да, приближение супремум. Так, коллеги? Ну а значит, это в наших обозначениях, что найдется простая функция, такая, что интеграл по ней больше, да, получается больше, чем интеграл от f минус епсилон пополам. А еще d у меня не возникло, да? По e. Я еще не могу определить. Так, коллеги, записал. Давайте с вами, так как значение функции фи конечно, множество, да, давайте, множество значений фи конечно, то она ограничена, то существует положительно m, такое, что фи превосходит m на e. Положим, дельта равная, ну, вот такое вроде подойдет. Давайте тогда, если взяли измеримое d, мера которого меньше дельта, то справедлива следующая оценка. Вот я хочу оценить вот такой вот интеграл. Ну, коллеги, вставлю сюда минус фи, добавлю фи. Получается
вот так. Сейчас. Плюс. Вот так. Ну, функции интегрируемы, поэтому можно так записать. Коллеги, пойдет? Давайте оценим. Скажите мне, пожалуйста, ну вот что можно сказать про первый интеграл? Ну вот, исходя из вот этого представления. Ну, это сюда, да? Получается, что это не превосходит. Ну, если бы здесь Е стояло, могу здесь это Е написать? Ну, могу в силу монотонности, да, интеграла. Записал, хорошо. Теперь скажите, как мне вот этот интеграл оценить? Ну, М у меня не превосходит, фи не превосходит М большого, так? Ну, значит, на М на меру D. Ну, давайте с вами смотреть. Это у меня меньше эпсилон пополам. Это у меня меньше дельта, а дельта у меня вот такое. Ну, тогда это все эпсилон, так? Коллеги, вот такой вот красивый, важный результат. Так, коллеги, давайте я на этой доске буду записывать уже то, что нужно. Если здесь вопросов нет, то я уберу это доказательство. Все? А? Ну, сейчас этот термин будет уточнен, но вот пока вот в этом смысле. Это просто название теоремы, да? Ребят, можно двигаться дальше, если по доказательству понятно. Давайте я уберу, а пока с вами поговорю, чем мы будем заниматься сегодня. Мы будем сегодня заниматься еще одними такой вот темой, вспомогательной фактически для нашего курса, но очень важной. Ну, вот 2 года назад, когда читал, очень не хватало в некоторых вопросах формулы Ньютона-Лейбница для интеграла Лебега. И приходилось добавлять искусственные ограничения, чтобы переходить к интегралу Римана. Ну, сильным ребятам это вроде не нравилось. Я вот как-то решил в этот раз рассказать формулу Ньютона-Лейбница для интеграла Лебег. Давайте это попробуем сделать. Но есть там определенные моменты, которые очень технически непростые. Ну и тогда мы их просто в билеты не включим. А в основном техника очень полезная. И я, ну, очень хочу рассказать, познакомиться. Итак, коллеги, небольшое вступление. Давайте вот настроимся на работу. Значит, давайте поговорим о 2 столпах математического анализа. Ну так с чего это стало наукой, да? Какое достижение было у Ньютона и Лейбница? Достижение было такое. Они четко поняли, осознали и доказали, да, связь между операциями дифференцирования и интегрирования. До этого рассматривалось как отдельное проявление. Вот. В чем это проявляется? В 2 утверждениях, да, вспоминаем. Ну, не пишите, я еще раз напишу. Вот о первообразной, да? Значит, это, ну, давайте. Ведь я пока так напишу. Значит, это у нас F, да, первое утверждение, что такая функция может выступать в качестве первообразной для F маленькой, так? И второе утверждение – это формула Ньютона-Лейбница. Мы хотим с вами эти утверждения сегодня обобщить для интеграла Лебега, я уже тут написал, демю. Но скажите мне, пожалуйста, может это выполняется всегда для любых интегрируемых функций?
Ну вот мы с вами это не обсудили, эту функцию, но в курсе теории мира у вас была функция Кантора, да, Канторовой лестницы обсуждали? Да. Скажите, вот это у нас функция хорошая, да, у нее производная какая? Почти всюду ноль, значит интеграл ноль, тем не менее значение на концах. Да, значит, в общем случае, ну, бесполезно, да, это говорить для всех. Надо сузить это на какой-то класс функций. Вот давайте этим и займемся. Этот класс функций будет и называться абсолютно непрерывными функциями. Итак, коллеги, давайте я постепенно эти формулы с вами получу для интеграла Лебега и уточню их формулировки. Договорились, какая цель на сегодняшнюю лекцию? Пойдет? Все, хорошо. Значит, скажите мне, пожалуйста, пишем параграф, да, 2, связь интеграла Лебега и производной. Будет несколько пунктов, и один пункт я хочу, чтобы вы еще осознали, да. Ну вот введу я функцию f, так, которую хочу вот научиться дифференцировать. Вот сейчас как-то я напишу название этого первого пункта, и вроде как-то непонятно, какая связь. Да вот что-нибудь связь тут естественная. Скажите, как у нас интеграл определяется? Отдельно для положительной, для отрицательной частей, так? Значит, если я рассмотрю здесь для положительной части, что я могу сказать про интеграл? Это интеграл от неотрицательной функции, так? И значит, он будет что? Не строго возрастать по x, так? Значит, эта функция будет монотонной. О! Значит, можно вопрос свести к такому, когда же будет монотонная функция дифференцируема? Так, коллеги? Все, пишу. Значит, первый пункт – дифференцируемость монотонной функции. Первый пункт этого параграфа. Первый пункт этого параграфа. Коллеги, опять, да, ну ладно, давайте я запишу. Значит, ну давайте, значит, теорема такая. Так, пусть функция f, мы будем рассматривать одномерные случаи на отрезке AB, пусть функция f не строго возрастает. Тогда f дифференцируемо почти всюду на b. Как дифференцируемость? Для почти всех x из b существует конечная производная. Да, ну можно здесь сразу концы убрать, чтобы с двух сторон мы подходили. Да? Так, функция f дифференцируема почти, функция ее производная интегрируема. Коллеги, я позволю себе не ставить скобки, вы сильно не смотрите на это. И, ну вот, что-то можно сказать. Значит, ребят, я должен писать вот так, да, но буду вот так записывать, коллеги. Еще раз прошу меня простить, но так полезно это. И справедливо вот такая вот оценка.
Ребят, значит, это ну, один из самых технически сложных, наверное, самый такой технически сложный результат в нашем курсе, поэтому я сейчас не буду его доказывать, чтобы не потерять аудиторию. Я все-таки хочу, чтобы вы еще какое-то время походили. Дальше обязательно там его постараюсь доказать, но сейчас можно его спокойно пропустить, потому что он никакой дополнительной помощи на практике не даст. Ну, ничего дальше я из доказательства не буду применять. Сейчас я уточню вещи. Значит, но все-таки мне хотелось сказать, что лежит в основе? В основе этого утверждения лежит далеко идущее обобщение формулы Лагранжа о среднем. И вот такой вот факт. Давайте его сюда запишем. Лемма 1. Лемма Витали о покрытиях. Я должен определить, что я имею в виду. Пусть у нас Е подмножество R, значит, семейство F красивое, семейство отрезков F красивое, называется покрытием Витали множество Е, если для любого эпсилон больше нуля найдется отрезок в этом семействе такой, что точка x лежит здесь, и длина и сколь угодно маленькая. Коллеги, понятно, что такое покрытие Витали? То есть каждую точку множества E можно запихнуть в отрезок из этого семейства, ну вот, сколь угодно маленькой длины. Понятно? Все, замечательно. А вот неожиданный факт. Пусть F красивое, это покрытие Витали множество Е, и внешняя мера Е конечна, тогда найдутся для любого эпсилон больше нуля, найдется номер и конечное число отрезков этого семейства попарно не пересекающиеся. Что они исчерпывают все множество Е вот в этом смысле. Внешняя мера разности. Давайте здесь подчеркнем. Меньше эпсилон. Ну вот опять можно тут прокрутить такую схему, такой жадный алгоритм и доказать. Ну, неожиданный такой результат. Такие два ингредиента в доказательстве теоремы 1, но я вот позволю пропустить, пока их, чтобы уж сильно... Что еще раз? Не услышал. В определении что? По x? Да, для любого x, да, есть. Для любого x из и ставьте, да. Да, спасибо. А? Из е. Да что ж такое? Так, из е, да. Спасибо. Так, коллеги, давайте я настроюсь.
Итак, пока хочу обобщить. Значит, сейчас еще мы один шажочек сделаем, перенесем это утверждение о дифференцируемости на более широкий класс функции. Но я пару слов хотел сказать об истории вопроса. Значит, так, чтобы вы прониклись, что это очень такая важная теорема, сложная. Как исторически складывалось, такие классики, как Эйлер, считали, что непрерывная функция должна иметь, всякая непрерывная функция должна иметь большое множество точек, в которых существует производная. Этот вопрос долго стоял. В 19 веке, где-то в 30-х годах, уже начали осознавать, что это не так. Там несколько примеров было приведено, но такой пример, который стал всем известен, это уже 1872 год. Карл Вейерштрасс предложил пример непрерывной функции, которая нигде не дифференцируема, не дифференцируема ни в одной точке числовой прямой. Мы с вами во втором семестре, пример Ван дер Вардена был, если кто помнит, в программе как раз пример недифференцируемой функции непрерывной, да? Это уже некое упрощение, пример Вейерштрасса. И Вейерштрасс верил, что должен существовать пример монотонной функции, нигде не дифференцируемой. И вот представляете, что прошло тут 30 лет, да, и Лебек доказывает такой неожиданный результат, что все с точностью да наоборот, что эта функция имеет производную почти всюду. Можно сказать, да, что это не должно быть тривиально, так вот как-то задуматься, как долго это все держалось, так, открыто. Поэтому отложим пока, да. Хочется вот чуть расширить класс, тут про монотонность, и делаем, расширяем. Что это за понятие я хочу ввести? Давайте я запишу. Определение. Функция f на отрезке называется функцией ограниченной вариации если коллеги, рассмотрю произвольное разбиение отрезка АВ и составляю такую вот сумму по разбиению. F от ТИ минус F от ТИ минус 1, пусть по модулю, точек в разбиении N плюс 1 от единички до N. И берем супремум по всем вот таким вот разбиениям. Давайте обзовем эту величину. Закончу, да, определение. Функция f называется функцией ограниченной вариации, если вот такая величина конечна, да? Где супремум берется по всевозможным, да, по всем разбиениям отрезка АВ. Коллеги, давайте обсудим. Что-то тут написано. Давайте суть обсудим, да? Что я хочу, да, исключить, когда буду переходить к функциям ограниченной варианции. Я хочу исключить вот такое, да, сильное колебание, да, этих функций.
вот, чтобы они сильно не колебались. Как это можно, ну вот как к этому можно подойти? Скажите, где-то у нас вот такие вот суммы встречались в первом семестре, в самом конце, когда мы рассматривали длины кривых. Помните, было такое, когда мы рассматривали спрямляемость кривых? Вот. Так что такое функция ограниченной вариации? Это те, у которых график спрямляемая кривая. Ясно, коллеги? Ну, это так вот в сторону. Понятно, какая суть? Все, значит, хочу, чтобы длина графика была конечной. Вот в этом смысле записать. Итак, давайте с вами обсудим следующее утверждение. Лемма 2, да? Значит, функция f имеет ограниченную вариацию на b, тогда и только тогда, ух, и такой неожиданный результат, если тогда и только тогда, когда f представима в виде разности двух монотонных функций, даже не строго возрастающих, где gh не строго возрастает на AB. Ох! Вроде стоит обсудить. Это, ну, не так сложно. Давайте это сделаем. Ну, давайте сначала, наверное, достаточность докажем. Ну что я хочу сказать? Пусть у меня функция f вот такая в виде разности. Хочу показать, что выполнено, что вариация конечна. Ну что, рассмотрим t. Разбиение отрезка АВ. Ребят, я напомню, то может быть, это что такое? Набор точек, да? Что Т0 это А, да? Они там все по возрастанию, так? Коллеги, это помните? И последняя точка В, да? Напомню. Так, скажите мне, пожалуйста, давайте для монотонности произведем оценку. Тогда что я имею? Я имею следующее. Ну вот, должен рассмотреть вот такую вот разность по модулю. Расписываю f в виде g минус h. Так, достаточно же я доказываю, так, коллеги? По неравенству треугольника могу вот так записать. Коллеги, так, могу? Все, а теперь у меня такой вопрос. А если у меня они не строго возрастают, что можно сказать про эти значения? G и H не строго возрастают. Вы напишите, а я здесь продолжу. Можно скобочки круглые сделать, так? Коллеги, это понятно? В силу нестрогого возрастания, так? Ну все, ну тогда и значит, если я хочу рассмотреть вот сумму, это все, и у нас от единички до n, если я рассмотрю сумму, то это все оценится двумя суммами. Двумя суммами про которые мы много чего можем сказать. Это альтернированные суммы, да, всем понятно, коллеги? Ну, у вас встречаются в этой здоровой сумме слагаемые, ну, с разными знаками, да?
Это ясно, коллеги? Значит, от этой всей здоровой суммы останутся только крайние слагаемые. FG от B минус G от A, так, коллеги? Значит, я пишу G от B минус G от A плюс H от B минус H от A. Коллеги, пойдет? Я взял произвольное разбиение. Если я вот в этом неравенстве перейду к супремуму по всем t, у меня все такие суммы ограничены вот такой константой. Ну тогда и супремум, да, это верхняя грань всех таких вот сумм. Ну значит и супремум, как наименьшая грань, тоже будет. Следовательно, у нас справедливая оценка. И полная вариация f оценивается такой вот константой. Так, коллеги, этот пункт понятен? Все, замечательно, хорошо. Давайте продолжим. Давайте необходимость докажем. Как докажем? Так, коллеги, не мешает, да, здесь кафедры? Можно написать, да? Все, давайте, давайте введем в рассмотрение вот такую вот функцию. F внизу буду писать. Что это такое? Это вариация функции F, суженная на отрезок AX. Могу я вот здесь вот рассматривать, у меня для любого же, да, любой функции на отрезке. Вот рассмотрю на отрезке AX. Пойдет? Вот хочу понять, как эта функция себя ведет. Давайте x, это у меня какая-то точка из отрезка AB. И давайте я хочу вопрос монотонности решить, поэтому возьму точку y, еще больше x. Пойдет? Значит, рассмотрим разбиение t. Давайте не буду писать. Напишу t. Это у нас разбиение отрезка AX. Рассмотрю разбиение отрезка AX. Ребят, понятно? Что будет, если я сюда еще добавлю точку? Получу разбиение отрезка AY. Так? Значит, пишу. Тогда у нас t, объединенное с y, это разбиение ay. Коллеги, отреагируйте, все понятно? Все хорошо, можно здесь вместить, как видно всем, коллеги? Давайте, что я тогда имею? Имею следующее. Рассмотрю-ка я сумму, соответствующую вот такому разбиению. Рассмотрю, что тут у меня получается. Последнее слагаемое какое? Вот такое будет, правильно? Дальше по всем и от единички до n f от ТИТ минус F от ТИ минус 1. Я записал сумму для конкретного разбиения АУ. А что такое вариация функции по отрезку АУ? По отрезку АУ. Это супремум по всем таким разбиениям. А я взял только один, да, пример. Переходя к супремум, я могу только увеличить, так? Уменьшить уж точно не могу. Справедливо вот такая вот оценка. Коллеги, вот это понятно? Так. Коллеги, вот этот ясен момент? Скажите мне, пожалуйста, перебросил вот это число сюда мысленно. Тогда что у меня здесь написано? Сумма, соответствующая разбиению отрезка AX.
И она сверху ограничена константой. Вот это число минус вот это число. Всем понятно, что вот это число, потому что все эти числа ограничены вариацией полной на всем, да, отрезке. Поэтому это все-таки числа. Так, значит, число, разность, вот это число, и она ограничивает сумму по разбиению по отрезку x. Ну, значит, она ограничивает заменой здесь на вариацию. Правильно, коллеги? Все, давайте эту мысль запишем. Перейду сюда, запишу. Итак, коллеги, следовательно, имею вот такое вот, перехожу сюда, такую вот оценку. Это все не превосходит f от x плюс вариация f по x. Ну, это и понятно. Было же у нас аналогичное утверждение для длин кривых. Что длина кривая монотонного, да, это как у нас, да, называлось. Переменная длина дуги кривой. Мы же как раз и там этим и занимались. Ну вот, просто повторил еще раз. Коллеги, понятно? Давайте и завершу. И в частности, справедливо, ну, могу вот здесь модуль снять. Модуль больше либо равен значению самого числа. Так, и в частности, v вот такая больше либо равна вот такой вот такого вот выражения. Ну, поздравляю, коллеги, доказали. А именно, почему доказали? Положим, g равное вариацию по отрезку AX. А H это у нас вот такая. Скажите мне, пожалуйста, почему G у нас не строго возрастает? Ну вот же написано, g от y больше либо равно g от x, так как это не отрицательная величина. Коллеги, все понятно? Хорошо, а теперь давайте это сюда. Здесь что написано? H от y больше либо равно h от x. О, это у нас две не строго возрастающие функции, так? А в сумме они что дают? Разность их дает f. Пойдет, коллеги? Все замечательно. Давайте я закончу этот пункт таким вот утверждением. Ну что, коллеги, мы с вами можем теперь распространить теорему 1 на более широкий класс, да, функций, на функции ограниченной вариации. Почему? Да потому что они представимы в виде разности, да, монотонных функций, так? Они и только они, да? Ну что, хорошо, давайте напишем следствие. Напишу следствие. Следствие какое, да? Следствие, если f bvr функция ограниченной вариации, то f дифференцируемо почти всюду на
AB и F' интегрируемо. Значит, по лемме 2 у нас F представимо в виде разности, так? Где GH не строго возрастает. Тогда каждая из этих функций, коллеги, дифференцируем почти всюду. Давайте уберем множество меры, объединение двух множеств меры 0, где производные для одной и для другой могут не существовать. Получаем множество полной меры, да? И там я могу продифференцировать и G. Но тогда я могу F продифференцировать, да? Тогда F' от X равно G' от X минус H' от X для почти всех X из AB. Правильно, коллеги? И давайте F' по модулю. Скажите мне, пожалуйста, сейчас я запишу, пока не пишите. Вот это понятно по неравенству треугольника, да, для множества мер 0. А теперь, внимание, вопрос. Можно вот так записать? А что такое допроизводный предел разностного отношения, да? А если у нас функция монотонна, то тогда у нас это определенного знака, да, разностное отношение. Ну, значит, и предел такой же. И значит, если у нас функции не возрастают, то их производные обязаны быть в точках, где существуют, неотрицательными. Значит, это я могу снять модуль. Так, коллеги? Все, применяю, и значит, так, поэтому интеграл от F' по AB не превосходит. Ну, достаточно вот эти вот, да, вещи проинтегрировать. А здесь я применяю теорему 1. А что теорема 1 говорит? Что тогда интегрируемость есть и справедлива оценка для интегралов, так? И значит, я записываю, что это у меня есть интеграл от G', а он как оценивается? G от B минус G от A, так, коллеги? Плюс интеграл от H', который оценивается H от B минус H от A. Все, стоп-машина. Почему? Потому что мы доказали, да, с вами, что интеграл у нас конечен, да, для модуля F'. Значит, F' интегрируемая функция, что и утверждалось. Коллеги, пойдет? Все, значит, мы, смотрите, как шажочек один сделали, да? Ну, все, сделаем перерыв, да? Готовы? Угу. Ну что, продолжаем. Значит, мы с вами в первом пункте нашего параграфа определили, насколько важны для изучения интегралов с переменным верхним пределом монотонные функции, доказали вот такие вот утверждения про дифференцируемость монотонной функции и про функции ограниченной вариации. Так, теперь переходим ко второму пункту. Это вот как раз первая формула, о которой я говорил в преамбуле. Значит, давайте назовем второй пункт. Производная интеграла, подразумевается интеграл с переменным верхним пределом. Итак, пока сохнет, давайте я напишу. Итак, пусть у меня функция f интегрируема на отрезке AB. Определим
интеграл с переменным верхним пределом. Вот я хочу доказать, основная теорема этого пункта, что функция f большая, дифференцирована почти всюду, и ее производная совпадает с функцией f маленькая. Почти всюду. Понятно? Вот такая вот цель. Мне здесь понадобится следующая лемма. Давайте ее оформим. Так, лемма 3, судя по всему. Так, ну где-нибудь здесь разделим доску. Поехали. Пусть функция f интегрируема. На b и интеграл с переменным верхним пределом оказалось равно нулю. Так, сейчас я, наверное, плохо сделал. Давайте сделаем замечание, коллеги. Вот здесь вот замечание. Ребят, вот взгляните, держу до последнего, хочу сохранить. Что вот из этого можем получить? Утверждение об абсолютной непрерывности интеграла Лебега, что можно получить для f большого. Вот если я рассмотрю вот такую вот разность, то это все можно записать как интеграл по отрезку с концами yx, так? А если у меня этот отрезок будет по длине маленьким, то и интеграл будет маленьким. То есть f от y минус f от x будет меньше наперед заданного эпсилон. Это что за свойство функции f? Непрерывность. Давайте это пока запишем как замечание, а в дальнейшем я все-таки выкладки проведу, но в более общем конструкции. То есть вот здесь. Давайте запишем замечание из теоремы 5. Из абсолютной непрерывности интеграла Лебега следует непрерывность функции f большая. Следует непрерывность функции f большая. Вот. Ну вот. Теперь непосредственно опять лемма, да? Значит, давайте вот лемма 3. Пусть f интегрируема и функция f нулевая на AB. Когда это возможно? Это возможно только когда f сама равна нулю почти всюду на AB. Вот если интеграл с переменным верхним пределом оказался нулевой функцией, то f равна нулю почти всюду. Пойдет, коллеги? Все, давайте докажем это утверждение. А доказательство? Доказательство. Значит, положим, вот определим такое множество. Давайте его e с плюсиком буду обозначать. Это tx из AB, для которых значение больше нуля. Ребят, давайте, какая цель? Я хочу показать, что мера этого множества, всем видно, что это множество измеримо, так как функция у меня измерима. Это множество измеримо, могу сказать вопрос по его мере. Вот хочу доказать, что мера его ноль.
Точно так же с e с минусом докажем, что мера 0. Но тогда ничего не остается, как функции быть нулем почти всюду, так? Вот такая цель, давайте ее реализуем. Положим вот такое вот множество и предположим, что мера e положительна, e с плюсиком. По свойству регулярности меры Лебега. А что это такое? Я могу измеримое множество сверху аппроксимировать открытым, снизу, да, изнутри, замкнутым множеством, так что меры сколь угодно мало отличаются друг от друга. На прошлой лекции мы это обсуждали. Но давайте для замкнутого множества. Найдется замкнутое подмножество такое, что мера разности будет меньше наперед заданного эпсилон. Внимание, вопрос. Коллеги, если я возьму эпсилон, ну, скажем, мера e с плюсом пополам, то что я могу сказать про меру множества f? Ну, вы согласны, что она должна быть положительной? Там попало. Так, коллеги, пойдет? Это все хорошо. Определим вот такое вот множество. Как вам такое множество? Что про него можно сказать? Всем ли понятно, что это открытое подмножество? Ну, дополнение, да, дополнение к f это у нас. F замкнуто, дополнение открыто, а здесь пересечение двух открытых множеств. Дополнение к f это открытое множество. Так, коллеги? Все хорошо. Давайте с вами обсудим. Вот у меня интегральчик от А до Б. Что у меня здесь есть? Давайте я уже не буду F-аргумент тут писать. Вот что можно сказать? У нас интервал АБ, ну интеграл я могу брать по интервалу, да? Тогда у меня множество разваливается... Вот интервал АБ на два множества F и омега, так? Значит, по свойству аддитивности я могу написать вот так. Коллеги, отреагируйте, это важно для меня. Скажите мне, пожалуйста, а это у нас что такое по условию? F от B, так? А f от b у нас все значения нули. Значит, это 0. Сумма двух интегралов 0. Значит, что я могу сказать? Да. Значит, я могу записать вот так. Это множество положительной меры, на которой функция положительна, так? Ну, значит, это не ноль. Так, коллеги? Значит, это у меня... Не ноль. Ну, смотрите, да, какая-то здесь культура нужна, да, вот сколько уже фактов мы используем. А теперь еще один факт. Вспоминаем первый семестр, задача из задания, как устроено открытое множество на прямой.
это объединение не более чем счетного числа попарно не пересекающихся интервалов. Было такое? Ну, давайте напишем по теореме об устройстве открытого множества на прямой. У нас омега есть дизъюнктное объединение интервалов. Ну, омега у меня лежит в АБ, поэтому все эти интервалы конечны, да? Давайте я их так вот назову, да? Ясно, коллеги? Все, теперь давайте запишем. Но тогда по свойству аддитивности интеграла Лебега у меня интеграл по омега равен сумме вот таких вот интегральчиков. Правильно, коллеги? И это у меня величина не ноль. Что можно сказать о слагаемых в этой сумме? Могут быть все они нулевыми? Нет. Но тогда у меня найдется номер k такой, что интеграл от АК до БК f d мю не ноль. Коллеги, а это у нас как можно переписать? Всем ли понятно, что это есть f от bk минус f от ak, где ak и bk это какие-то точки отрезка b, так? Но стоп, для всех точек у нас ноль значение. Противоречие. Так, коллеги? А с чем? С тем, что я предполагал. А что я предполагал? Что множество e с плюсиком имеет положительную меру. Нифига, нулевую оно меру имеет, так? Аналогично доказывается, что мера e с минусом, не буду писать понятно что, да, тоже равна нулю. Так, коллеги? Отсюда вытекает, что наше утверждение верно. Такой вот неожиданный результат. Коллеги, все ли вот здесь понятно? Ну вот я хочу, чтобы мы на таких простых как бы леммах эту вот технику, ну еще раз вот прокручивали. Пусть она, пусть это будет нашей сильной стороной, да, что мы вот на уровне начала теории меры интеграла Лебега хорошо этими началами владеем. Так, коллеги, можно продолжать? Давайте теперь докажем основной результат этого пункта, теорему об устройстве интеграла с переменным верхним пределом. Итак, теорема. Теорема 2. Так, я спрошу, как... уже идет? Вот, все, хорошо. Теорема 2. Пусть у меня функция f интегрируема на b, тогда функция f интеграл с переменным верхним пределом дифференцируемо почти всюду на АБ и на множестве полной меры ее производная совпадает с F.
Ну, итак, первая из основных теорем интегрального исчисления будет доказана, если мы эту теорему установим. Да? Вот так выглядит для интеграла Лебега соответствующее утверждение. Давайте докажем. Давайте докажем это утверждение. Так. Запишем f в виде положительная часть минус отрицательная часть. И определим интегралы, неопределенные для положительной и отрицательной части. Значит, если установлено, что каждая из этих функций дифференцируема почти всюду на b, и производная равна, ну, для плюса положительной части, для минуса отрицательной части почти всюду на b, то, дифференцируя разность такую, получаем получаем утверждение, да, теорема. То дифференцируя равенство на множестве полной меры, получаем, что f' почти всюду мама. Так, коллеги? Значит, смотрите, значит, мне достаточно доказать утверждение для отдельно для положительной части, для отрицательной части, так, коллеги? Ну, а это у нас не отрицательные функции, так? Пишем, следовательно, нам достаточно установить утверждение теоремы для случая f больше либо равно нуля. Так, коллеги? Тогда в этом случае, напишите, в этом случае, а что в этом случае? F, а это я уже заявлял, но еще раз подчеркнем, не строго возрастает, да? Не строго возрастает на AB. И значит, по теореме 1, а что по теореме 1? Не строго возрастающая функция дифференцируема почти всюду. Значит, f большая дифференцируема почти всюду. Во, вопрос не стоит, почему у такой функции почти всюду есть производная. Надо бы равенство установить, это принципиальный ответ. Но то, что она дифференцируема почти всюду, вот так мы объяснили, да? Ну как, свели к сильному результату теореме 1. По теореме 1 f дифференцируемо почти всюду на b. Дифференцируем почти всюду на b. Пойдет, коллеги? Все здесь ясно? Хорошо. Покажем цель. Покажем, что интеграл от А до С f' d mu равен интегралу от А до С f d mu для всех С из отрезка AB. Хорошо. Коллеги, ну, теперь понятно, почему я это должен сделать? Тогда по аддитивности интеграла, да, по линейности, я
запихну интеграл под одну функцию, так, и получаю, что интеграл с переменным верхним пределом, где у меня тут лемма 3, всюду будет равен нулю, так? Ну а значит, отсюда будет вытекать, что функция f' и f должны совпадать почти всюду, что нам и нужно. Вопрос сведу к лемме 3. Коллеги, понятен план? Ну все, значит, вся тяжесть у нас вот в установлении такого равенства. Значит, поехали. Первый случай. F у нас ограничено. F ограничено. Так, определим функции gn. А что это за gn? Ну вот такие функции. Сейчас, коллеги, давайте я вот такую процедуру сделаю, чтобы вы меня не ловили. Продолжим. F вправо, положив f от x равно f от b при x больше b. Ну, то есть, ребят, я вот так сделаю, потому что мне надо будет чуть-чуть вылезать вправо от точки, ну, чтобы там существовало, такую сделаю процедуру. Так. Коллеги, ну вот это сделал. Определим последовательность функций, а вы мне скажете, зачем такие функции определим последовательность функции g. Скажите, все здесь увидели, что я поделю, вот это переписав, поделив на 1 на n, имею точности разностное отношение? Так? Внимание, вопрос. Если у меня в точке x существует производная у f большого, куда стремится последовательность gn от x? В точке x существует производная. Тогда этот предел существует и равен производной. Ну все, давайте запишем. А таких точек много, мало? Почти все точки. Ну вот давайте напишем. Тогда gn стремится... gn от x стремится к f' от x для почти всех x из AB. Для почти всех x из AB. Коллеги, как понятно, что здесь записал? Так, ну давайте я... написал. Так, и скажем, почему функция ограничена? Хочу применить теорему Лебега. Почему вот эта последовательность ограничена, да? И записывая... Так, ну давайте я отдельно принес. Записывая gn от x равное... Ну скажите, как можно через интегральчик записать здесь? Вот так можно записать? По аддитивности интеграла, помогите, от x до x плюс 1 на n, так? А от чего f d mu? А для f выполнена вот такая вот вещь. Тогда если я проинтегрирую вот это неравенство, что здесь будет?
записываем, получим, да? Получим, ну, ту же самую оценку, да? Gn, все не превосходят констант m. Ну, все. У меня последовательность ограничена на множестве конечной меры отрезок АБ. Работает теорема Лебега. Я могу переходить к интегралам от вот этих вот функций. Так, коллеги, пойдет? Так, итак, поехали. Поэтому вот так, по теореме Лебега о мажорированной сходимости для любого C из АВ имеем. Ну, что мы имеем? Ну, поехали. От А до С F штрих D мю. Так, коллеги? Я могу это записать как предел при n стремящемся бесконечности интегралов от... Ну, что стремится к этой последовательности, к этому значению? Gn, да, пишу c, gn, d mu. Коллеги, пойдет? Все пока ясно, да? Хорошо, давайте это перепишем. Предел интегральчиков от a до c. Здесь расписываю gn. Что такое gn у нас? Ну, вот такое вот выражение, так? Итак, поехали. N f от x плюс 1 на n минус от x, да? Сейчас давайте как-нибудь я минус n. Пойдет, коллеги? Внимание, вопрос. Скажите, могу я здесь считать интеграл интегралом Риммана? Функция-то у меня непрерывная. Интеграл Лебега с интегралом Риммана совпадает, так? Хорошо, поэтому давайте я здесь dx написал. Продолжаем разговор. Скажите мне, пожалуйста, дальше я воспользуюсь интегралом. Интеграл сюда, интеграл сюда. И в этом интеграле сделаю замену. В первом интеграле делаем замену x старая, да, на x новая, это x старая плюс 1 на n. Тогда у меня что будет? Предел от a до c здесь изменится. Сейчас вы мне скажете, как. Так, не скажете, да? Так, сейчас не успел. Так, коллеги, давайте я закончу. Так, здесь я остается. Dx скобку закрыл. А здесь что изменится, ребят, когда я замену сделаю вот так? Давайте завершу. Коллеги, все ли понятно? Скажите, продолжаем разговор. Так, сейчас, вот я картинку нарисую. Вот у меня a плюс 1 на n. Возникает. C и C плюс 1 на n. И вычитаются вот такие вот интегралы. Интеграл от вот этого, да, сейчас откуда куда, от A до, от AN, отсюда вычитается интеграл вот отсюда. У них общая часть вот эта уходит, так? И значит, давайте я завершу. И значит, у нас остается, все, ребят, заканчиваю, остается вот такой вот интегральчик. Вот, значит, вот интеграл по такому кусочку минус интеграл по такому кусочку. C до C плюс 1 на n, f от x dx минус n интеграл от a до a плюс 1 на n, f от x dx. Поэтому завершаю.
по непрерывности F имеем от А до С F штрих D мю равняется. Коллеги, ну помогите, скажите мне, пожалуйста, теорема о среднем работает? Значит, вот этот интеграл — это какое-то значение в средней точке, так? Где С зажато между, кси зажато между С и С 1 плюс 1, так? На длину этого промежутка 1 на n. N и 1 на n съедают друг друга, а функция F непрерывна. Куда вот эта фигня вся стремится? Ну, в силу непрерывности. К F от C, да, в этой точке. Коллеги, понятно? Я уже сейчас сумбурно, ну, сказал. Так, ну давайте это я запишу. F от C минус F от A. А это у нас есть вот такой вот интегральчик. Внимание, коллеги, я закончил, да, доказательство в этом первом пункте. Все, всем спасибо, лекция закончена. Спасибо, да.